Возможность совершить путешествие в прошлое дарит всем телерадиокомпания «Заречный». В год 60-летия любимого города мы открываем доступ к обширному архиву видеоматериалов, скопившихся за более чем 25-летнюю историю существования местного телевидения. Это программы о людях, программы об учреждениях города, это концерты, спектакли, которые у нас есть. Я думаю, это должно быть интересно и ветеранам города, которые все это прожили, строили, и молодежи, которая познакомится с историей города, откроет для себя, может быть, что-то новое. Теперь каждый желающий сможет познакомиться с людьми, которые строили Заречный, делали его уютным и благоустроенным, ковали ядерный щит страны. Прикоснуться к прошлому поможет интернет. Чтобы адаптировать все архивные записи к формату всемирной паутины, нашим специалистам пришлось проделать немалую работу. Но теперь доступ к части обширного видеоархива открывается в один клик мышки. Заходим на официальный сайт телерадиокомпании, выбираем раздел телевидения и в выпадающем меню «Архив телепроектов». Пока в открытом доступе находятся три телепроекта. Они были первыми «Улицы города» и «Наш класс». Но сотрудники интернет-редакции продолжают работу над размещением видеоархива. И в скором времени на сайте телерадиокомпании появятся и другие материалы о прошлом и настоящем Заречного. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».